Портал Інповен хотів би привітати вас з майбутніми святами. Новим роком та Різдвом Христовим. Поздравляю всіх з наступаючими, а у кого вже наступившими рождественськими новогодніми праздниками. Щиро вітаю вас з Новим роком та Різдвяними святами. Дорогі наші зрителі і читателі, хочеться сказати вам огромне спасибо. В минувшому году ми получали від вас много дзвінків і писем. Ви ділились з нами своїми событиями, сообщали о своїх радостях, ділили горісті, упрекали, но больше благодарили. Этот год был непростым. Мы пережили с вами много горя и трагедий, но это все в прошлом. Оставим это в старом году. Бажаю вам любові, достатку, благополуччя, мирного неба над головою, міцного здоров'я та лише позитивних новин. И пам'ятаємо, що жоден коронавірус нас не здолає. Чтобы будущий год получился у вас намного продуктивнее, интереснее в плане жизненного опыта, в плане карьерного роста, учебы, чего угодно. И самое главное, помните, ставьте себе задачи и никогда никого не слушайте, а просто к ним двигайтесь. Потому что никто не сможет вас сбить с настоящего истинного пути, если вы реально этого захотите. Поэтому забейте на все, будьте счастливы и занимайтесь любимым делом. Пусть Новый год принесет новые минуты счастья. Будет заполнен незабываемыми и сказочными событиями. Пусть Новый год принесет новые открытия и свершения, и пускай каждый из вас обретет свою музу и откроет в себе новые таланты. Сподіваємось, що 2021 рік стане роком позитивних змін. Надеемся, что и в новом году вы останетесь вместе с нами, ведь ничто так не важно, как наличие верного и надежного друга. С Новым годом! С Новым роком! С Новым роком та Різдвом Христовим! Слава Україні!